Подобрать кадры, закрепить их на рабочем месте, мотивировать. Какие факторы влияют на эти процессы в предприятиях, организациях Мозырщины, выясняли работники кадровых служб на очередном семинаре учебы. Ежегодно на первые рабочие места в район прибывают более 400 молодых специалистов. В этом году, с учетом силового блока, это почти 450 человек. Какое количество из них останется после обработки, во многом зависит от нанимателя. Известно, что большую роль играет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки, совершенствование мастерства молодых работников. А приоритетное направление для кадровых служб предприятий – создание условий для продвижения по службе молодых и талантливых людей. На семинаре также обсудили основные требования законодательства о занятости населения, пенсионного обеспечения и декрета президента Республики Беларусь номер 18 о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях.